мною принято решение о проведении специальной военной операции. Не наша проблема. Мы жертвы агрессии. Доброго вечора, ми з України. А вступление Украины в НАТО – это прямая угроза безопасности России. Мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины. Русский военный корабль, иди нахуй! Вечора ми з України.